We never came this close. There were patrols around. Damn, she's going back to the bridge. This was too far for her. Mm-hmm. Так, похоже, это решение всех проблем. Да, есть кое-что помощнее, чем мой прожектор. Попробуем вернуться назад. Голоса в моей голове как раз об этом говорили. Еще там сидит. Соответственно, нам нужно к той тарелке подъехать с противоположной стороны. И там, скорее всего, точно такой же переключатель должен находиться. Я послышалось, или он начал рычать на меня? Он начал бычить. А его машина заглохла. Одно из двух. Так, секунду, мне нужно осмотреться. Или нет тарелки, которая была бы направлена к нему. Мне казалось, что здесь, в этом месте, такая же тарелка. А, или вот щиток. Так, что-то пыхтит, рычит, недовольный. А, его свет привлекает, вот что. Его наоборот привлекает свет. Так, ладно, ближайшая тарелка с противоположной стороны. Больше я здесь в округе не вижу. Так что мы переправляемся. Я вроде как раз ее и включал, но... Голоса в моей голове говорили о том, что мощность направляется на одну тарелку, по-моему. Или что-то там про город или город был. Может быть, у кого-то сейчас вырубилось электричество, когда я производил все эти манипуляции. Так, ну ладно, впрочем, не важно. Сейчас попробую. А, или может быть, я ту дальнюю питал. Так, что случилось? Кажется, у нас какие-то проблемы. Свечи в другом месте. Да, с противоположной стороны. Как удобно. Удобство, конечно, мы почти не максимально. Ладно, я думаю, подъедем. Как прекрасно светит моя машина от фар. Подъедем к тому маленькому мостику. Скорее всего, на машине там не проехать. Но возвращаться уже я не буду. А тот большой, я думаю, пешком можно сгонять. Не самое удачное расположение для парковки. Хотя, с другой стороны, может быть, я здесь и поместился. Ну ладно. Сейчас пешочком быстро разгоняем. Так, подождите. А, да, все нормально. One step closer to home.
Так, на один шаг ближе к дому. Да, похоже, надо его сопроводить. Даже я ориентируюсь в тумане. Так или иначе. Он не в состоянии. Так, ну и теперь мы питаем эту антенну с противоположной стороны снова. Может быть, дальше он сориентируется, потому что антенн других я не вижу поблизости. А нет, вижу. Да, еще одна антенна. Работы сегодняшней ночью много. Так, я поворачиваю рубильник. Твою мать. Похоже, не надо было дергать два раза. Только не говорите, что все заново. На всей видимости. Да. Прекрасно. Но это ближайшая тарелка. Видимо, из-за того, что я включил и выключил. Свет ему очень не понравился. Зато он повернулся теперь в другую сторону. Не знаю, как это повлияет на нашу работу. И в первую очередь на успех нашей работы. Я хочу вернуть тебя домой. Я зла тебя не желаю. And the wire in the short side. I need to leave only the closest one to her, one at a time. Может быть, стоит использовать прожектор как вспомогательный, и он поможет проделать путь от одной тарелки к другой. Есть сомнения? Или, может быть, обязательно нужно отключать? Сейчас я выключаю. Он все еще сидит. Может быть, не важно, насколько далеко друг от друга. Хотя нет, наверное, важно. Когда он стоял на мосту, он не прилетел. И когда я дернул рубильник вот здесь, он сюда не прилетел сразу же. Так что работать нужно поэтапно, его сгонять. Соответственно, ближайшая тарелка, она здесь. Ту я выключил. И застрял. Ту я выключил. Сейчас эту аккуратненько дерну. Кабель точно там. Летит? Да, на этот раз он пролетел. Видимо, беспорядочно дергать не стоит. Так. Прекрасно. Следующая тарелка находится прямо по курсу. Рядом больше я ничего не вижу, что могло бы поспособствовать. Так, ладно, возвращаемся к машине. Он действительно, или кажется, что спускается пониже. Но я не думаю, что прожектор наш для того, чтобы прогнать этого титана. Он наоборот, насколько я понимаю, их свет привлекает, и он наоборот для того, чтобы привлечь внимание. Просто он меня, скорее всего, просто не видит. Когда я нахожусь... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Сейчас выйдем нормально. С пробуксовочкой. Нет, все, к одну, кажется, идем. And the engine is soaked. Sorry, Christine, that Jasper should have the keys at the office.
well, so this car can't work normally with the spotlight on. Good to know. No multitasking for Christine. Плохие новости. Блин, ну вот эта дверь не должна быть заблокирована. Через багажник тоже не выпрыгнуть. Так, ладно, вот в таком случае нам придется Jasper, I'm stuck. Запросить эвакуацию. Вот теперь все серьезно, Джаспер. Так, сидит, сидит, родной. Я, кстати, вырубить забыл. На всякий случай вырубить. Так, ну по холмам теперь передвигаться надо было опять по берегу. Но после того, как я искупался, острого желания не возникает. Так, тихо-тихо-тихо. Вот здесь аккуратненько не перевернуться. Ёлочка, нормально-нормально, она меня и сдерживает. Так, тачка, правда, заглухла. Мне, похоже, я опять застрял. Мне кажется, надо действовать пешком. Я, конечно, могу подтолкнуть, попробовать машину. Не, я задом уперся. Да, здесь без шансов. Так, ладно. Ничего страшного, прогуляюсь пешком. Надо вырубить эту тарелку и добежать до дальней. А потом на заправке, там еще одна заправка рядом, можно позвонить всем Джасперу, чтобы он пригнал машину. Эвакуировал и пригнал ее. Так, ладно, дракон. Нам нужно с тобой наконец разъяснить всю ситуацию и договориться. Я хочу сопроводить тебя домой, чтобы ты не мешал здешним жителям. И ты, я думаю, тоже этого хочешь. Понимаешь? Нам нужно найти общий язык. Хоть я и не драконорожденный, но мы должны его найти. Так, это случайно, да, еще одна тарелка. Можно было, конечно, по асфальтированной дороге ездить и постоянно выходить из машины. Но мне кажется, пешочком это даже быстрее. Так, приземлился. Какой грозный. А затем сразу же вот сюда мы его переправляем. Так, ну и дело за малым. Нужно лишь осмотреться. И желательно найти поблизости заправку, чтобы запросить эвакуацию автомобиля. А может быть, дело и не за малым, потому что я вижу еще одну тарелку. Возможно, не последнюю. Какой зоркий орлиный глаз у меня. Я вижу издалека. Весь этот протяженный кабель. Еще одна тарелка. Да, похоже, я зря начал вести его по этому пути, не разобравшись с расположением, с конечной точкой. Я, конечно, буду продолжать теперь по этому курсу вести, но есть шанс, ну, достаточно велик того, что в итоге мы окажемся там, где не надо. Так, ну, по крайней мере, несмотря на достаточно серьезное расстояние, он прилетел сюда. Так, сел. Можно выключать. Так что будем действовать по этому плану.
Куда-то я его явно сопровожу. Я выведу его из сумрака. Блин, еще одна тарелка. Да, на машине я бы, конечно, это быстрее бы сделал. К сожалению, я не вижу заправку. Возможно, их совсем немного. Я думал, они на каждом шагу. Так, ну ладно. Будем вести вон туда. Так, слушайте, а на холме там что-то есть. Это похоже... Это не маяк, случайно? Маяк, возможно, будет поярче, чем тарелка. Так, что-то за туманом. Я уже вообще ни черта не вижу. Хлещут волны. Так, ну я надеюсь, мы на верном пути. Попробуем к маяку теперь подойти. Если это маяк. Но сначала задействуем эту тарелку. Все гуще и гуще туман. Да, это маяк, это явно маяк. Я вижу свет от маяка. Где же сейчас мой автомобиль? Где же Кристина? Или как там ее зовут? Мне так одиноко без Кристины. Так, я точно там врубил? Надеюсь, что да. То неприятно было бы, если бы дракон полетел снова на мост. Так, теперь можно выключить. И она увидит маяк. Да, по маяку, похоже, дракон сориентировался. A lot of bad memories around here. Счастливо, дракон. Без нее. Так, ну ладно, приблизительно, даже без компаса я могу сориентироваться по маяку, и я знаю, где мой дом. Точнее, где машина. А там недалеко и заправка. Так что... Да, было бы неплохо закончить рабочий день. В конце концов, самолеты, возможно, смогут меня сориентировать. Кажется, я нашел ее. Какая встреча. Джаспер, друг. Джаспер, I'm stuck. I need evacuation. That's some close encounters shit. I wasn't ready for it, but I definitely like it. Да, напряженный рабочий день сегодня был. Столько приключений. Being able to just walk around while everyone's on lockdown is cheering me up. They have only one team for all their facilities. Good one, though. Still feels awesome to have water all day without schedule. It's better to say goodbye. Finally, I can rest. Clock looks broken, but it's woke me up to my shift. Interesting. Another night at Grand Rock Motel. What a ride.
say it feels awesome to have water all day without schedule. It's better to save it though. They have only one tune for all their facilities. Good one though. I don't need the lights while I'm gone. Новый день.